Но это Порту, который с киевлянами делит первое и второе место в своей группе по 4 очка у этих команд. Порту, между прочим, дома переиграл не кого-нибудь, а лондонский Челси. Сегодня в гостях у Порту тель-авивский Маккаби. Забили, проиграли 0-4 в Лондоне Челси и проиграли 0-2 дома. Здесь хорошая комбинация. Макс Перейра мяч забросил в сторону Бакара. Посчитал иначе. Португалия. Драгау Порту против Маккаби Тель-Авив. В синей форме хозяева, в желтой гости. Брейми крутит позвонки сопернику. Брейми назад на партнера. И можно делать передачу в штрафную. Подача. Отлично. Гол. Это Бабу-Бабакар. Абубакар. Абубакар. Винсент, между прочим. Винсент Абубакар, камерунец. Вот смотришь на него и никак не скажешь, что он такой молодой парень, а ему-то всего ничего. Прекрасное действие Абубакара. Знаешь, я бы отметил великолепную передачу 21 номера. 21 номера команды Порту. Вот, чтобы не ошибиться в фамилии, я лучше сейчас перепроверю. Мигель Лаюн лайкнул сейчас этой подачей голову Винсента Абубакара, и 1-0 впереди Порту. Да, прекрасная игра Порту и не менее прекрасная. А это Драгау. Здесь только что Абубакар забил свой третий мяч в Лиге чемпионов и вывел Порту вперед. И снова Абубакар с мячом. Надо отдавать Брейми. Брейми надо делать счет 2-0. Да, так и есть. Ну и, собственно, снимать вопрос этого матча. Я думаю, что, конечно, два мяча Маккаби не отыграет в Порту. Все же это не Рома. Ну и потом Порту — команда, которая такое преимущество вряд ли упустит. Привычным для форварда стиле, получив мяч. Да, конечно, права в обороне Маккаби. Абсолютно ужасная игра. Да, конечно, не Абубакар. Абубакар пас сделал. Я прошу прощения, это Брейми забил. Абубакар записал на свой счет гол плюс пас. Второй алжирец забивает сегодня. Фигули, Брейми. День Алжира. Сегодня... сегодня день российского связиста и день алжирского футболиста. Вот так. Идеально. Да.